Вообще, конечно, при красиво. Наличии времени и средств можно добиться всего чего угодно, особенно если, скажем так, есть необходимые ресурсы. Но мне что, хотелось и даже сказать, референдум за вступление в таможенный союз? Ну, нет, с этим сложнее, с этим надо вернуть Януковича и полностью выключить свободу слова. Но в такой ситуации принципе, можно проводить такой референдум, как был при Кучме. Технологические решения у нас есть. Помнят референдум при Кучме, я, например, его не помню, я помню только как результаты оглашали. Реально его не было, его сымитировали. Но я хочу сказать о другом. Мне очень не нравится сам подход, при котором, скажем так, представители власти ищут панацею. Вот я согласен, я не против НАТО. И это прекрасный клуб, в который надо вступить. Но в этот клуб нас не зовут. И не зовут именно потому, что мы туда просимся. Надо не проситься. Более того, я хочу привести пример. Да, я хочу привести пример. Какой пример? Очень древний пример. Есть страна, которая находится в центре Европы, и она не вступает в НАТО. Ей нет необходимости, потому что система внутренней безопасности у нее построена лучше всех. Это Швейцария. И есть страна, которая находится под постоянной агрессией, находится в окружении 22 врагов. Это Израиль, она тоже не член НАТО. И я думаю, что не панацея НАТО. Надо прежде всего начинать с себя. Причем уровень безопасности, надо смотреть на Израиль и на Швейцарию, надо начинать с ответственных, вооруженных и способных себя защищать граждан.